ti anche un docchino. Si è un po'. Те, кому непонятно из тех, кто смотрит трансляцию, что происходит, это возле нам этого местечка происходит совместное святкувание річниці трагічних подій на Майдані. Разом з поліцією та звичайними громадянами. Все, як і 4 роки тому. Сейчас люди с нам этого местечка Біля Верховной Рады, а также те, кто приехал сегодня со всех концов Украины, проходят, пытаются пройти на Майдан. Сегодня, вспомните, річниця трагічних подій на Майдані 2014 року. Сегодня марш за майбутнє против олігархів, зрадників, за отставку Порошенка. И вот такое святкування. Проверяются сумочки. Я так понимаю, вот именно эти женщины являются наибольшей угрозой режиму Порошенко. Тетушки били по голові нас. Ну, зробить коридор, ну завіщо це? Мазати буде мене. Наш депутат. Я бачу, що це найбільша загроза для Порошенка. Це наші женщины. Первопосту бабушки забора пытаются. Так, подержи. Нептун? Сюда война. Сюда война. Дайте команду вас. Не, на том посту пытаются ломать забор с той стороны. Нет. Вот эти вот. Наши, которые из рабичане. Вот у них, к сожалению. Не, просто если там сейчас начнется заход с лагеря, тут будет непонятно что. Ты уверен, что это канал? Ну, он по рации передал. По рации передал. Постой тут, поснимай. Вот эти все дела. Баня там. Да, уйдем. Можно? Так, подожди. Проходи. Сюда что там встал? Смотришь, как все равно не знаю кого. Да. Чекайте, Сумку покажи.
Пистолета нет, лежа нет. Пистолета нет. Ну, для этого и надо показывать. Нашли кого убили. Шукай, меня в другие ракеты никогда не обыскивают. Да вы обыскивать будете. Не покажу. Не покажу. Отойди. Чего это я тебе должна сумки показать? Что у меня деньги пропадали? Там у меня 20 гривен лежит. Я на улицу иду, а не к президенту. Отойди в сторону. Бессовестные. К бабке прицепились. Позорники. А ну отодвинься. Да? Бабкой воюете, а? Бесценная баба. Так пропусти, я на улицу иду. А чего я тебе должна? А ну покажи мне свою сумку. Чего ради я тебе должна показывать? Покажи мне свою сумку. Ну и что? Я на улице стою. Ты смотри, вот покажите мне сумку и все. Бесценная. У меня в сумке ничего нет. Чего ты будешь так проверять? Так, спокойно. Ну, смотри. Пенсионное удостоверение. Пенсии 1000 гривен. Бессовестные. Я вас еще это снимаю сейчас. Деньги показать? Зарядное. Опасно? По морде к вам этим зарядным. Пошли вы в жопу. Нахуя? Разве что в стороне ходит? Разве что? Небольшой. Бля, отец, и ты сделайте коридор! Чудо! Скажи! Я ж прийшов сказати на цю. Погод. Давай так без. Пацаны, не бойтесь, покажите, что легально. Алло. В смысле, что у меня с Субурбаном? Я вообще на втором посту. Медведь с Субурбаном. Погони забрав. А? Погони забрав. Якут звонит, что там с Субурбаном? Ролик.
Не, там шмон Субурбана. Я знаю. Спроси, что он компакт хочет. Вот. Блин, ну что я херра? На рации есть, но эти как на выход. Человек,
ласка, ну не затримуйте, будь ласка, ну швиденько пусть проходить. Що з машиною? Все нормально. Твою мать! А! Комбат! Звонок был. Захищайте! Захищайте своих матерів, а не горит. У вас Виталий чудой. А здесь не пойду. Только на выход. Або лево вправо. Сам чекайте. Надо там как построить. Тоже пощупали. Сьогодні свято ви вже. При виході провіряємо. Я читаю закон. Так, це проблеми ваші. Іду я звідси, іду я, тут смерть буде. Здесь не работает.
Ну спокойно. Что, возбуждаешь? Ты можешь, а кто такие вообще? Проходите, пожалуйста. Живые случились. Дальше. Бачишь? Да, так да, чего он не сможет? Еще что в кармане? Что ж в кармане? Какой ты полицай? Это уже... Что вы? Что там может быть? Ну телефон у меня есть. Ну вот Орлика есть. Можете вас вести? Не надо. Очень плохо. А на Украине? Я тебе угощаю. Проходьте. Проходьте. Да проходь, диду, ну давай. Ну мы же не можем. Ну, что? За наши гроши держите. Это у нас святковые заходы в честь 4-й речницы Майдану. Полицианты обнимают женок, человеков со всех концов Украины и показывают свою радость от очередной встречи с ними. Вас обнимает чеченцы. Я могу показать, но... Да. Руками можно... Все, пожалуйста. У меня кошелек. Все. Наверное, нема. Надо куда? Нет, не надо. Так, пошли. Сейчас стартую. Колонна тронулась, погоняй.